Дорогие друзья, с вами ваш любимый нутрициолог Ульяна Любимова, и я приветствую вас в блоке своих успешных кейсов. Это пополняемый цикл роликов о том, как участники моих образовательных курсов и личных консультаций достигли невероятных улучшений и того уровня здоровья, который раньше им даже не снился, и все это без лекарств. Показываю работу изнутри. По коду ISDR, истории здоровья, вы можете найти все мои ролики на эту тему. Мы начинаем! История здоровья номер 8. Перед вами результат неудачного прижигания жидким азотом бородавки несколько лет, а также удачное прохождение курса антикандида, всего лишь правильное питание и витаминки. Посмотрим письмо в директ. Это так я их прижигал жидким азотом несколько лет. После боли я начал отказ от сахара и курс антикандида. И вот, вот какие письма правильно мне писать в директ. Кстати, магниевые ванны супер, выпадение волос уменьшается, потому что оно было из дефицитов. Голос лучше стал, говорю я, уже не в нос. Со стороны такие изменения заметны, это приятно. У меня прошла перхоть, а перхоть это чаще всего грибок. И бородавка на ноге. Прекрасно, прекрасно. И такой вопрос, а можно ли вообще использовать лазер, жидкий азот, чистотел и прочие внешние средства от бородавок, от папиллом и кандилом? Конечно, можно. Но вы должны себе отдавать отчет в том, что бородавки – это вирус папилломы человека. Это ваша неправильно работающая иммунная система ввиду того, что вам не хватает витаминов и минералов, она перенапряжена, ее подавляют вирусы, а вообще-то вы должны их подавить, и ребята на курсе антикандида делают это. Курс антикандида включает в себя чистки как от грибов, так от бактерий, так и от вирусов. Там есть отдельные блоки, 28 лекций. И вот эти вот внешние средства типа лазера или жидкого азота, они не восполнят ваши дефициты, они не нормализуют вашу микробиоту, они не изменят ее никоим образом. Они не уберут фактор высокоуглеводистой пищи, который опосредованно влияет на вирусы. И пищеварение они тоже не налаживают. Поэтому если вы устали от бесконечного проявления симптомов и таблеток, которые не помогают, которым ваши штаммы грибов, бактерий и вирусов абсолютно резистентны, то добро пожаловать на курс антикандида с доказанной базой проверенных добавок. А еще расшифрование некоторых анализов и, конечно же, рецептов. Читайте меня по тегам. До встречи в Инстаграм, Ютуб и ТикТок. Я везде Ульяна Ро.